Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Чек я, как всегда, показываю в конце видео. Итак, вот такая закупка у меня получилась. Давайте начнем с бытовой химии по традиции. Я в прошлый раз брала лоск розовый. Мне, кстати, очень понравился вот этот вот жидкий порошок, да. Поэтому я взяла еще одну бутылку. Потом лентовский кондиционер. Вот этот очень мне нравится. Ничем не хуже всяких вернелей. И решила попробовать вот такой чистящий гель для туалета морской. Не знаю, никогда не пробовала. Ну, в общем, попробуем. Хотя у меня сильной ржавчины нет, но попробуем. И так как были до сих пор на акции вот эти Бреф, я их тоже решила взять в запасе. Пусть будут у меня. Так, давайте начнем с мяса. Значит, купила, были на акции по 199 рублей, по-моему, куриная грудка. Вот это 365 дней. Взяла две упаковки. Она у меня, ну, уходит вообще на ура, куриная грудка. И также было по 200, по-моему, 12 рублей окорок. Скидка просчитывается в чеке. Свиной окорок. Я взяла, у меня здесь три кусочка. Я их взяла как раз этот окорок на котлеты. Отлично будет. Добавлю потом, докуплю говядину, добавлю, будет вообще супер фарш. Также взяла сардельки мясные. Я, кстати, давно сардельки не покупала. Все сосиски, которые покупала по акции, они у меня замороженные так и лежат. Думаю, возьму сарделечки. Вот такую вареную колбаску папа может. Тоже она была на акции. И сыр. Вот такой какой-то. У меня вот такие сыры, вот такие светлые. Очень любит муж. В общем, взяла вот такой, не знаю, попробует. А я люблю вот такой сыр. Вот, какой-то в этот раз, ну, сыр Маздам, да, николаевские какие-то. Тоже был он на акции. Стоил он не 700, а, по-моему, 599 рублей. Вот такой кусочек вкусный взяла. Еще у меня здесь, девочки, селедка. Что-то очень захотелось. Взяла вот такой, здесь две штучки. Уже разделаны, специального посола. В общем, не знаю, попробуем. И еще квашеную капусту. Что-то вообще прям. Я, кстати, ну, не любитель квашеной капусты, но тут что-то вот прям вкусно выглядело. Вот, может быть, щи какие-нибудь еще наварю с ней. И здесь вот у меня, во-первых, сок вот этот любимый рождественский микс. Кстати, очень вкусный вот этот сок. И еще вот такие маленькие соки купила, и бутылочки, и вот такие вот мисочки, они, кстати, были по акции, да, вот такие плошечки, мисочки, как они, контейнеры, да, два. У меня сейчас сын ходит на дополнительные занятия, я его забираю в 16:15, а он не всегда может зайти в столовую, что-то себе купить, потому что, ну, там занятия всякие, плюс на перемене старшеклассники там часто тусуются. И вот, чтобы он с собой у меня что-то брал в контейнер, сюда можно и фрукты положить, потому что это все просто в пакете. В рюкзаке. Это же кошмар. Там все в кашу превращается. Ну и попутно сок. И вот такую водичку какую-то увидела. Не знаю, тут написано, что она с магнием. Вот. Магний полезен. Думаю, как раз и со вкусом лайма. Вот. Он у меня еще так просто в бутылке берет воду. Но когда физкультура, он у меня прям водохлеб. Еще вот такие активии взяла. Они тоже были по акции. Две упаковки, кстати. Вот такие ягодные всякие. И здесь у меня тоже это... В основном у меня дети едят вот этот Даниссимо творожный с разными вкусами. Такой какой-то вишневый, в общем, с шариками. В общем, тут целый пакетик у меня. Так, также вот такой плавленый сыр шоколадный, что-то тоже он мне как-то приглянулся. И обычный вот такой плавленый сыр, 4 сыра, на бутерброд самое то. И хрен, я его обожаю, я могу просто его на мясо, на котлетку, на какую-то, вот обожаю. От Махеев, кстати, он очень вкусный. Так, и еще взяла вот такие соусы, вот эти вот я брала в прошлый раз, девочки, это нереально вкусно. Я вообще, кстати, могу сказать, что не умею готовить соусы, они у меня обычно всякие комочками и так далее, но вот с этим просто нереально вкусная паста получается. Вот я еще взяла две штучки с курицей и грибами, вот, так что очень советую, 50 с чем-то рублей они стоят, на 4 порции действительно хватает. Ну и, соответственно, взяла, тоже были по акции вот такие спагетти, две упаковки, чтобы сделать, да, и вот такие вот еще бантики взяла. Здесь у меня также молоко вот такое отборное, 1,5 литра,
И хлеб. Хлеб лентовский, вот такой ржаной. Кукурузный, самый вкусный хлеб. Вот такой тостовый еще взяла. И взяла вот такой. Уж больно вкусно он пахнет, девочки. 63 рубля. Это рижский. Тоже выпекает лента, но он прям что-то очень вкусно пахнет. Плюс еще сразу в нарезке. Я это очень сильно люблю, эту историю. Тут у меня еще, я показывала в влоге, как я готовлю салат с кальмарами. Очень нравится моему мужу. В этот раз акция была вот на такой, на такие консервы. В общем, взяла две штучки как раз на салат у меня уходит. И еще по акции был вот такой горошек и кукуруза. Тоже добрала. Палочки вот такие хлебные. Взяла овсяное печенье и вот такие вот вкусные штуки. Это медовик. Он тоже был по акции у Ленты. Один такой вот темный, я так понимаю, типа шоколадного. И второй вот такой светленький. В общем, я к чаю взяла. 4 кусочка нам как раз пойдет. Здесь еще у меня фисташки и вот такой вот набор тоже он аппетитно выглядел. Смесь цукатов, ядер, семян тыквы, ядер. Ну, в общем, смесь такой, коктейль ягодный, тоже очень вкусный. Ну, и здесь у меня фрукты. Взяла ананас по 112 рублей. Потом, давайте по фруктам еще взяла 2 лимончика, 79 рублей. Яблоки вот такие. Роял Гала, они все еще по акции, по 79 рублей, но очень вкусные. И вот такие взяла мандарины Миньола какие-то, не знаю, мне кажется, я такие не брала. Они прям, видите, такие крупные-крупные, в общем, взяла тут немножко, ну как немножко, почти 2 килограмма. Из овощей взяла вот такую капусту фиолетовую, краснокочанную фиолетовую я называю, на салатик тоже ее сделаю. И огурцы и помидоры. Мне тут одна девушка писала, ну, точнее, не то, что мне, просто в комментариях писала, и спасибо вам огромное, о том, что очень вкусные помидоры и огурцы бакинские, но, и покупает она их в Ленте, но я вот облазила все в Ленте, смотрела и в упаковках, и на развес у нас нет таких, я не знаю, может быть, они есть, но не подписано, по крайней мере. Огурцы у нас вот в упаковках либо колючие, либо гладкие, либо там еще какие-то, и на развес, все, больше никаких вариантов нет. И, соответственно, с помидорами то же самое, вот просто написано томаты весовые, томаты розовые, сливовидные и всякие такие. Так что такого у нас нет. И еще взяла, здесь у меня склеилось, 2 перчика красных. Тоже на 55 рублей они у меня получились. Но перец у меня не особо едят. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек. Еще забыла показать туалетную бумагу, упаковку я взяла.